Небольшой, ухоженный, служит Гаврилову посаду верой и правдой с 1979 года. Местный стадион в рамках своего визита в муниципалитет посетил губернатор Павел Коньков. В прошлом году к объекту добавилась многофункциональная площадка – подарок «Газпрома». На центральном поле тренируются футболисты Гаврилово-Посадской команды «Колос». Судя по всему, самые младшие. Всего занятия посещают 4 возрастные группы. Кроме футбола, на этом стадионе спортсмены занимаются баскетболом, флорболом, волейболом, легкой атлетикой и модным сегодня кроссфитом. Вместимость порядка 500 человек. Вот только нет трибун, чтобы зрители могли поболеть за любимых игроков. И это не единственное пожелание губернатору и профильному департаменту. Хотелось нам, например, вот волейбольную площадку маленечко еще бы устроить. Мы ее поддерживаем, конечно, но вот наши волейболисты хотят, может, как-то искусственную какую-то, как вот в коробке покрытие.